недостаток солнечного света часто приводит к хандре и депрессии. При этом страны Северной Европы, где в некоторых районах солнце не поднимается над горизонтом месяцами, занимают высшие позиции в так называемом рейтинге счастливых стран. Киевский фестиваль «Нордическая ночь» открыл украинцам секреты северного счастья. Главная идея мероприятия заключается в том, чтобы дать широкое представление украинской публике о том, что такое северная культура, и в свою очередь узнать больше об Украине, ее истории, традициях и ценностях. В 2018 году Норвегия возглавила рейтинг ООН по уровню развития человека. В этой стране тратится в 3-4 раза больше бюджетных денег на здравоохранение и образование, чем на сферу обороны. А равенство людей, как гендерное, так и политическое, приближено к идеальному значению. Трудно измерить уровень счастья, но если мы обратимся к статистике ООН, то Норвегия неизменно занимает одно из мест в первой пятерке. Думаю, одна из причин – это равенство в обществе. Именно это – один из ключевых факторов норвежского счастья. Между политиками и простыми людьми нет дистанции. У нас простой доступ к демократическим учреждениям. Мы чувствуем, что наш голос слышат. Существуют специальные социальные медиа. Кроме того, мы находимся в контакте с нашими политиками как через партии, так же и через прямых представителей в парламенте. У нас очень развита сфера социального страхования. О людях заботятся от момента рождения до самой смерти. Мы не тревожимся о вопросах здравоохранения или образования. Кроме того, у нас высокий уровень доступа к различной информации. Все эти факторы могут частично объяснить, почему норвежцы – счастливая нация. Похожие принципы равенства разделяют и датчане. Как нельзя лучше их мировоззрение отражает закон Янте. Это понятие ввел писатель Аксель Сандемусе для описания идеального социального равенства, когда не принято выпячивать свои материальные блага и хвастаться особым положением. Доверие в обществе и между людьми имеют наибольшее значение для счастья. Также важно ценить то, что имеешь, быть благодарным. Немаловажным фактором я считаю равные возможности и доступ к образованию, здравоохранению. Концепцию Хьюге как раз отражает эти принципы. Ее основа – разделять чувства с родными, быть вместе в уютной обстановке с близкими, зажигать свечи. А летом можно просидеть вместе допоздна, любуясь белыми ночами. Очень важно проводить эти прекрасные минуты с семьей и друзьями. Доверие, равенство и доброе управление – три главных ценности шведского народа и, по мнению первого секретаря посольства Швеции Даниэля Грунвиуса.
Такие мероприятия очень важны для нас, северных народов. Но хочу отметить тот факт, что это мероприятие было организовано украинскими энтузиастами, которым интересна северная культура. И они видят, что она несет определенные ценности. Тут происходит обмен ценностями между украинцами и северными народами. Народные традиции Северной Европы часто связаны с солнцем. Оно и неудивительно, ведь в этих краях зимние ночи длинные и темные. А в разгар зимы к югу от Северного полярного круга солнце не выходит из-за высоких гор с середины ноября до конца января. If you are north of the Arctic Circle, за полярным кругом в Северной Норвегии празднуют возвращение солнца. Это происходит в 20-х числах января. В этом празднике можно проследить языческие традиции. Безусловно, это большое событие, ведь солнце не поднимается над горизонтом несколько месяцев. Поэтому возвращение солнца и света сопровождается массовыми гуляниями. We're heading towards summer. All sorts of party goings. В это время можно наблюдать различные праздничные мероприятия. Festivities and party going, I would say. А в Дании праздничные костры зажигают в середине лета, когда празднуют Мидсомер, самую короткую ночь в году. Традиции датчан совпадают с украинским обрядом празднования Ивана Купала, когда принято разжигать костры и прыгать через них. Летом, на день летнего солнцестояния, у нас сохранилась традиция разводить большой костер на пляже. В языческие времена считалось, что на этом костре сгорает ведьма. Сейчас об этом уже не вспоминают. А традиция осталась, как еще один прекрасный повод провести время с семьей. Как у вас на Ивана Купала. Такие обряды показывают, что наши народы имеют схожие традиции. Помимо праздничных дегустаций пива, виртуального тура на велосипеде и концертов скандинавских исполнителей, украинской публике представили занимательные дискуссии с представителями посольств. У меня создалось впечатление, что тема равенства полов в Украине активно развивается. В прошлом году мы обсуждали вопросы гендерного равенства. В этом мы сосредоточимся на вопросах ценностей, которые важны для северных народов. Мы разделяем общие ценности взаимоуважения, необходимости продвигать демократию и равенство. А еще для наших народов важны свобода и независимость. Мое впечатление от украинского общества позволяет мне сказать, что это сердечные люди, которые заботятся друг о друге, о своих семьях. Украинцы принимают активное участие в социальной и культурной жизни. Я думаю, уровень доверия в украинском гражданском обществе достаточно высок. Также часто можно наблюдать хорошее доверительное отношение в семье. Это хорошая база для дальнейшего развития общества. Особой темой сотрудничества Украины и стран Северной Европы в последние годы стала зеленая энергетика. Бережное отношение к природе и забота о ней – важный принцип взаимопонимания между народами, считает первый секретарь посольства Швеции в Украине Даниэль Грунвиус. Как в Украине, так и в Швеции любят и ценят природу. Это историческая связь, которую можно проследить с давних времен в разных народных легендах и мифах о лесных духах. People really appreciate being in nature, and
Мы любим проводить время на природе. Отсюда и традиция иметь простой дачный домик, которого разделяют наши народы. Вы называете его дача, а мы — стюга. Особенно часто сюда приезжают летом на выходные или в отпуск, чтобы побыть ближе к природе и насладиться цветами, реками, лесами. Конкурсы, викторины и показы скандинавского кино привлекли не только украинцев, но и экспатов. Я преподаю шведский язык в университете. Сейчас у меня 50 студентов, и с каждым годом все больше украинцев хотят изучать шведский. Меня впечатлило это мероприятие, где собрались все северные народы и представили свою культуру. Шведы могут поучиться у украинцев открытости. В свою очередь, мы можем поделиться опытом взаимодействия с окружающей средой. Побороть зимнюю хандру северным народам помогает активная жизненная позиция. Представители посольств поделились с украинцами личными секретами зимнего счастья. В Норвегии в понятие «культура» входит также спорт. Если считать, что футбол — это часть народной культуры, то, конечно, любовь к этому виду спорта объединяет наши народы. Мои украинские друзья всегда сообщают мне, если по телевизору идет интересный матч. Очень важно оставаться в форме и хорошо питаться, вести активный образ жизни, как физически, так и умственно. Не залеживаться на диване перед экраном телевизора или смартфона. Быть в контакте с семьей, друзьями, социальными организациями. В общем, быть как можно более активным. Такой совет я даю себе, моим родным и всем окружающим. Шведы тоже могут впадать в депрессию зимой, со мной лично с приходом холодов это случается часто. Бороться с этим чувством помогает уютный дом, освещенный теплым светом. Ведь в холодное время дома проводишь гораздо больше времени. Но зимний спорт тоже очень важен. Пусть зима не закроет вас в помещении. Необходимо выходить на улицу и искать преимущество, которое может создать зима. Безусловно, очень важны семья и друзья, социализация, с которыми можно провести зимнее время. Впрочем, по мнению представителей Северной Европы, украинцам не занимать силы духа и жизнеспособности. Украинцы очень жизнерадостные люди. Они верят в перемены к лучшему и показывали это много раз, когда выражали недовольство своими политиками и приверженность европейским ценностям. Украинцы обладают сильным духом. Временами они способны на выдающиеся поступки, которые также демонстрируют их отзывчивость.